Поехали, поехали. Где я купим? Поехали, поехали. Мама, поехали, купим мне. Адидас, Сакраменто, старый город. Где мы гуляем? Его не трогаем. Нормально. К нам не лезьте, и все. Вот это, кстати, хороший музей. Железный дорог. Ну, все, это знаю. Мама, поехали, купим мне Адидас. Мама, согласие даст. Банк. Пойдем в паровоз. Пойдем? Папа. О. Вот, Владенька, ты пойдем? Давай. Там, может, мы только надо смотреть, чтобы паровоз на нас не заехал, да? Папа, не бойся. Паровоз остановится, когда увидит, что там это. Давай, сейчас девочки слезут, и мы туда зайдем. Ого, какой, да? Да, это же локомотив. Это старый, так старый. Папа, знаешь что? Нет. Эти поезда были старые. Иди-ка встань туда. Такая дама, да? Как это они раньше жили тут, американцы? В таких вот салончиках. Oh, sorry. Don't worry, it's okay. You can use she. Здравствуйте. А что это за игра такая? Это... Фиксированные, ну как бы не дети настоящие. Но это не те... Не Nintendo. Да, это какой Nintendo? Я про Волк. Яйца. А, не. Сакраменто. Мы гуляем по Сакраменто. Хрен его знает. Ну, наверное, океан держит там что-нибудь. Сакраменто – столица Калифорнии. Ну, такой непонятный какой-то городок. Наверное. Постоянно пахнет анашой. Она тут свободно продается. Мы сейчас идем к Капитолию. Какой-то чувак, он встал. На 2 минуты, видимо. Были сейчас в магазине, покупали, ну, всякие сувениры и все. Но наш парень. Сувениры всякие покупали. И, короче говоря, девчонка там была из Латвии. И она сделала нам скидку 20%. Ну, где-то там лотерею туда-сюда. Но неплохо. Вот так вот выглядит Сакраменто. Это, кстати, университет Сан-Франциско. Нет, университет Сан-Франциско, кампус Сакраменто. Там было написано. Такая красота. Вот эта палатка стоит, там живут бездомные. Ну, прямо посреди вот даунтауна. А там живут. Хотят, живут. Смотрите, как у них сделаны всякие электрические будки. Практически все они разукрашены вот всякую такую хрень. Непонятно. Ну, это прикольно. Это прикольно. Полиция. Можно воинские приветствия отдавать. Денис. Знаешь, как честь отдают? Воинские приветствия. Не надо никому честь свою отдавать, Денис. Это мунгерский. Да, это я говорю. Сильные мужские руки. Пойдем. Я уже вас фотографирую. Пойдемте пить кофе. Говорят, там вкусный кофе. А пойдемте погрейтесь что немножко. Конечно. Никакого Мэйсиса.
Это же для ловых людей, для менеджеров кофе, как и Ваня. Вон опять бездомные живут на перекрестке. А парень-то что-то пытается сделать. Это ТикТок. Мне кажется, его делать нет просто. Пойдем прогоним. Все. Где я? Угнетаемые капиталом люди вынуждены жить на улице, страдать. Ну куда пошли-то? В Капитолию? Какая разница? Вынуждены жить на улице, на перекрестке. Больные и сирые и убогие. А вон, смотрите, растут мандарины. 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 For free. Мандарины. Мандарины, папа, ты же дерево. Да они невкусные. Видишь, они не работают. Все, пойдем. Давай, ну кого тряси. Алиса, пойдем, пойдем. Соня, Денис. Да вот ну сколько валяется. Они гнилые. Пошли, пошли, Денис. Денис. Денис, она гнилая, ну что ты, не трогай ее. Они невкусные, Денис, они, их нельзя есть. Да, ее заберет. Пойдем. Пойдем быстрее. Пойдем, бегом. Да сейчас мы ее заберем, пойдем. Отдай сюда мандарин быстро. Соня, отдай сюда мандарин. Догоняй ее. Дикари. Да, дикари. Пропавшие дети. Вот так вот. Какие дела. Это библиотека публичная. Что, там нету ничего? Библиотека. Оружие. А это знаете кто? Это Авраам Линкольн. Авраам Линкольн. А это, наверное, Грант, да? Грант. Генерал Грант. Вы победили. Здесь сидит правительство штата, я так понимаю. Здесь они строят козни против нас, Андрей. Не. Это в Вашингтоне, в Белом доме. А здесь против... А здесь они так. Местечковые. Штат. Да. Конкретно просто Сантьевского района. Просто за озеро. Саш, коляска. О! Я так... Такое было, да? Капитолий. Красота. Пойдемте зайдем, попробуем. Пустят нас или нет вообще? Шварценеггера. Ты рожу свою на соседний портрет приложишь. Улыбайся, блядь, пошире. Hi, how are you? Вам полицейские на велосипедах сейчас заберут. Саша, нам туда. А? Полиция на велосипедах ездит. Идем. Ладно, пойдем.
Не видели нормальную полицию никогда. Что-то они шманают, там их видно. Ну. Штраф. Америка, она и богатая, она и нищая. Всякие есть. Буквально мы пришли на параллельную улицу и Сакраменто немножко другой. Все американские города, они все какие-то и похожие, и разные в то же время. Непонятно. Вообще, конечно, хорошо, что зашли, заехали сюда. О, втюхивают религию, пасторы всякие. Почем опиум для народа? У меня тоже есть камера, пацаны. Коллеги? Золотой центр, куда? Куда-то нас ведут, блядь. Торговый центр, я так понимаю. Может быть, там есть туалет? Какое-то нереальное нашествие птиц. Какие-то странные звуки издают. Вот эти динамики. Полиция на велосипедах. Сколько это мы случайно так? Они не заняты. Андрей, 18.07, я охуел. 18.07, я охуел. Как мы сюда пришли? Как мы сюда попали? Кто скажет? Расскажите, птицы. Это воронка. И смотрите, а там наверху еще клин, видите, летит выше. Вообще. Да, Соня, ну говорят, деньгам. Беги за ними. Денис, что такое? Что происходит? Слушай, нас преследует, по-моему. Да уж, ты. Ой, как мама ужасно сказала, да? Атмосферное явление. Да уж. А это точно. Подожди, пойдете уже в машине и поедем домой. Пойдем. В Мэйсис-то не пойдем? Кто-то хочет писать? Да, Саша хочет. Он. А что в Мэйсис-то? Идет Андрей. Хотите, пойдем, нет еще.